Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, енот, Пикачу и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карту у нас FNAF 2, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем понравилось, когда я играю за аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я начинаю пацанов пугать. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, у нас сюда очень весело. И я пацанов уже наказал. Вам понравилось? Да, очень. Жди возмездия. Я понял, Серега, я специально тебя раздразнил, чтобы ты меня дальше начал мочить. Но я на это не ведусь. Ведь я марионетка кабака. Злобная. Кабак. Да не, не кабака. Ну сейчас скоро могу ей стать. Так, 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 давайте посмотрим, что они вообще тут подготовили. На! Что ж ты делаешь, своего-то чувака мочишь? А я буду смотреть, что вы тут вообще настроили против меня. Я спрятался. Серега, как эти двери называются? Я не понимаю. Калитки Калабакста. А, пацаны, кстати, маски работают. Давайте сделаем правило такое внесем, потому что иной раз вы не знаете, как отмазаться, но есть маски. Так, так, так. Никаких ловушек. Воу, это было... Когда ты меня... Ай! Мне так нравится невидимым ходить. Привет. Буду в углу стоять. Давайте здесь походим, посмотрим. Здрасте. Я могу дверь открывать? Да кто тут бегает с электродубинкой? Опа, пацаны на записи пишут привет. Приветик всем моим подписчикам, всех люблю. Кто хочет с нами записывать, ссылочка внизу в Discord. Заходите и будете вместе с нами играть. И немножко веселиться, угорать. Енот, ну что ты? Вот так вот, значит, будет с каждым. Так, ладно, давайте начнем немножко их протраливать. Возьмем какого-то смешного персонажа. О! Давайте как вот ПРП, да? ТП-хаться ж могу. А чё я головой в пол? Ой, в потолок. Чик. Я видел, Димас. Он идет. Давайте как ПРП, типа, я ж телепортироваться могу, да? Да. Оп, ближе, ближе. Ай! Больно. Еще ближе. Что такое? Больно в голове. Ты куда летишь, Чик? Все нормальненько. Ай. Да чего ты стреляете какого-то мощного оружия? Еще ближе. Нифига себе. Меня такое не берет. Я могу еще ближе. О, короче, давайте я смогу вас убивать, когда буду возле стола. Так не могу на расстоянии. Так будет более интереснее ПРП. Так, ай. Да что вы мне подкидываете какими-то штуковинами? Ну и умри. О, я прямо на столе. Так, все, Чика уходит. Она всех убила, больше здесь ей... Я боком могу тпхаться. Так, давайте вот так сделаем. Ай, да что такое? Я ухожу, я ухожу. Блин, она так стрёмно как-то телепортируется. Я в каких-то стенах застрею. Все паки по-разному. Все, я ушел, пацаны. Так, здесь можно ходить. Это моя пиццерия, я здесь буду... хозяйничать. Давайте еще возьмем. О! Сейчас мы у них фонарики поворуем. Так, а ну идите сюда, негодяи. Чик. 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 Блин, я не пролажу. Я не могу тпкаться в дверных проемах. Ого, то вы взрывчатку применяете. Какую-то прям жесткую. И еще сильнее. Да ладно. Серега сегодня у нас на обстреле. Смотрите, выталкивает. Я тпхаюсь, а меня выталкивает назад. Так, только я к столу подхожу, сразу смогу вас мочить. Так, фонарик один раз, фонарик два. Все, фонарики позабирал. Больно кусается. Больно, да, по 5 хп. Ого, у вас двери стрёмные. Три дубинка меня лупит. Сейчас кто-то у нас тут умрет. Ого! Кстати, Серега, твоя дверь как-то дамажит очень сильно. Ай-яй-яй, да. Прикольное оружие у Сереги было. Надо его отнять у него. Плохо не мог. А! Двери, двери, ладно, уходим. Я вспомнил. Кое-что вспомнил. Уходит. Я не пролажу, жирный какой-то. Так, уходим. Вот это эхо от этих выстрелов. Какое-то прям жесткое, имбовое. Так, я позвал подружку свою. Плохо не могу к потолкам клеиться, было бы прикольно. Такс. Так, ближе. Как-то странно, она очень ходит. О, я как терминаторша вылезла. Смотри, у меня нога, короче, из живота, из жопы торчит, я ей помогаю лезть. Бум. Енот, короче, прощай. Ты был хорошим человеком. А, меня эта граната не пускает.
Но я могу телепортироваться. Ого, я стою на карачке. Так, так. Ну дайте пролезть. Серега, это какая-то жопная граната. Она меня сильно дамажит. Попробуем сейчас как-то выровняться. Что вообще происходит? Димас, не забывай, есть еще и другие входы. А, точно! Слышите ее? Да. О, привет. О, здорово. Возле меня нельзя ходить. А я, кстати, могу деактивировать эти бомбы. Ух ты! Нифига себе, 6000 жизней, считай, отняло. Я не могу вентиляцию пролазить. Почему этот чилиха не пролазит? Потому что ты жирный. Так, тпхаемся. Бум. Не. У меня что? 100000 жизней. Да нет, это какой-то имбовый челик. Вы все издеваетесь надо мной вообще жестко. Серега разошел. А, бомба на пузе. Вот это ты сильно меня лупишь. Так, ребята, давайте, партизан идет. Ого. Димас, не заставляет использовать сверхоружие. Какое, например? Секрет. Секрет, я понял. Секретный? Да. Так, ребята, давайте сюда полезем. Все-таки я надеюсь, у меня получится пролезть. О, а здесь нету ловушек. О, ребята, я помню, вы говорили, чтобы я взял плюш-трап, и я бегал, всех мочил. Побежали. Ух ты, еще бы чуть-чуть, я бы умер. А, ладно, в этот раз умер. Вот это было жестко. Ладно, дайте я убегу. На ноги. Делай ноги. Кстати, ребята, эта карта изменена. Смотрите, здесь добавлено немножко. Много версий FNAF 2 есть. Я не знал, что вот это есть. Хорошо. Не получилось. Плюш-трап. Идет его брат. Я иду к вам, пацаны. Так, давайте будем смотреть, чтобы они меня не убили. Что это за монетошное оружие? Ого. Серега разозлился. А чем-то ты стрельнул? Монетка. Монетка, да? Ух ты, еще отлетело мое туловище. Это секретное оружие, да, ты говоришь? Нет. Не секретное, хорошо. Это не до секрета. А такое есть? Невозможно. Так, давайте так сделаем, по-хитрому. Да что такое? Вы что, угадали, когда я буду вовремя выходить или что? Да. Тайминг подгадали или вы камеру наставили? Да, таймер. Таймер. ВК. Ой, ВХ. ВХ, да? Да. Хорошо. Ай-яй-яй. Сейчас. Я разозлился. Вы знаете, что такое разозленный аниматроник? Ну давай, пугай нас, ты где? Так я иду. Так иди давай. Иду. Бум. Здрасте. Кто у нас тут еще шкерится? Я тут, я сзади. Так, все, я отхожу, убегаем. Давайте посмотрим, что они будут делать. Так. Ой, кто-то дверь ему удалил. Ты что тут ходишь, саблями машешь? Ничего себе ты жахнул. Ого! Вы на меня бомбы налепили, вы меня спалили, мое местоположение. Серега, так нечестно! Здрасте. В большой семье лицом не щелкают. Вот так вот, да? Кто еще? Ого! Это было жестко. Ай, улетаю. Они так убьют. Идет самый добрый аниматроник. Его никого не трогает, и его никто не убьет. Это что? Это что за звук странный? Это что, сирена? Так, ребята, сейчас, наверное, будет мегавзрыв. Серега что-то приготовил, да? А ну дайте камеры поклацаю. О, это что у вас тут такое? Сейчас увидишь. Я знаю, что это. Ого. Я вспомнил, мне надо там столы и пыль повытирать. Короче, они решили взорвать всю пиццерию. Ребята, как в конце, всегда у нас эпический взрыв, который вы наблюдаете на экране. Просто жесточайший. Ого.
Серега, ты вообще какой-то псих. И еще. Я даже не возрождаюсь, потому что в этом смысла нет. И еще. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. It's delicious.